по заявке жены и мамы мобилизованных и добровольцев. Мы передаем медикаменты, которые закупили на средства депутатов. Обезболивающие и противошоковые препараты, шприцы, жгуты. Все, что спасет бойцам жизни, поможет при ранениях. На фронт окружные депутаты от «Единой России» собрали самое необходимое. Спасибо им огромное. Мы с ними мы никогда не бросим до полной победы нашей страны, нашего народа над вот этой угрозой. Мы никогда их не оставим, будем помогать. Благодаря тесному контакту партийцев с семьями участников специальной военной операции такие сборы проходят регулярно. В этот раз гуманитарный груз с медикаментами отправится в медсанчасть. Муж Елены Сырецких, доброволец, служит 1,5 года в медвзводе. Ребята раненых, если есть возможность, вывозят. Если нет возможности, выносят на себе носилки, переноски, как получится. Вот, сразу оказывают первую помощь и дальше доставляют в госпиталь или в распределительные центры. Радика Калюк на фронт с гуманитарной помощью ездила не раз. Сын был мобилизован и служит в Донецке. Храброе материнское сердце по-другому не может, но и в тылу без дела не сидит. С первого дня, когда открылась Голицына, доброе сердце Голицына, я постаралась их по мере возможности помогаю девочкам. И сами ходим, плетем сети, собираем гуманитарную помощь. Также я ездила 2 раза к сыну с гуманитарной помощью. Единороссы пообещали и дальше будут оказывать всю возможную поддержку нашим бойцам и их семьям, чтобы приблизить долгожданный День Победы. Евгения Августина, Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».